Доброго времени суток, с вами Аракис, и как вы уже поняли с названия видео, это вторая часть промокода, да, халяву любят все. Мой подписчик, а также просто хороший человек Рюрик Митин скинул мне ссылку, а точнее, так скажем, проследил за прошлым видео и ссылкой и объяснил, как получить еще плюшки. Точнее скажу так, многие, скорее всего, ну как многие, я думаю, часть игроков уже получила эти плюшки, если вы прошли по предрегистрации. Допустим, я когда проходил по ссылке предрегистрации, вводил свой email, бла-бла-бла, и то есть на email мне все равно ничего не пришло. То есть как-то было даже обидно, смысл от того, что я тратил на это время. Но, как оказалось, опять же, через эту китайскую программу нам могут все это вернуть. Да, и сейчас я попытаюсь вам это более наглядно объяснить и так далее и тому подобное. Так, прошу прощения, у меня тут гигант фармится. Ах ты, сволота. Так, и что же делаем по порядку? В принципе, те, кто смотрели первую часть, сделать нужно в большей мере то же самое, что и в первой части, единственное, там под конец несколько других фишек. Вот, заходим. Покажу я это через свой телефон. Прошу прощения, будет лагать ужасно. Вы видите, что творится. Либо проблема в телефоне, либо в мобизене. Итак, что нам нужно сделать? Из описания в моем видео скопировать первые символы, то есть более короткие. И заходим в Play Market. Сразу же говорю, обладатели айфонов и тому прочее, то есть iOS, ну, прошу прощения, облом. Так, и в поиске вводим символы. Ну, они у меня вот уже введены, то есть вы их копируете, вставляете, и у вас вылезет вот приложение. То есть вы переходите по первому. Вот 4 разных символа непонятных. Так, и что мы делаем? Это устанавливаем. Если оно у вас установлено, просто перейдете. Точнее, просто зайдете в приложение. Итак, ждем мы скачивания. Да, скорость ни о чем, так как 2 видео грузится на ютубчик. Так, да. Так, сейчас мы зайдем в приложение. А дальше все, в принципе, почти то же самое. Так, одну секунду отодвину я, наверное, чтобы было более, наверное, наглядно. Куда бы его отодвинуть? Я думаю, где-то так. Куда бы. Ладно, сдвинем мы, наверное, камеру. Прошу прощения, Reconnect. Вечные ошибки какие-то непонятные. Так, думаю, вот здесь будет неплохо. Так, и открываем приложение. Может, оно у вас не сразу загрузится, если у вас останавливается вот на вот этой вот, на вот этом экране идет вот загрузка, либо не идет. Прошу прощения, у меня тут, как обычно, фарм говнорунов. Так, если у вас не загрузилось, подождите еще, либо удалите приложение и скачайте его заново. Что здесь нужно сделать? Пройти регистрацию, точнее не регистрацию, а авторизацию через любой из вот этих 4 сервисов. Нижние 2 я вообще не знаю, о чем вот это вот зеленое и желтое. То есть, а верхние — Facebook и Google+. Я прохожу через Facebook. В принципе, то же самое сейчас сделаю. Итак, здесь мы вводим ваш логин, пароль. Так. Ну и пароль. Ввели мы пароль и заходим. Так, подтверждаем. Если вы еще не авторизировались, то вот что делаем дальше. Вот. Вот здесь, кстати, по поводу Google Play, если вы промотали и не можете скопировать символы и так далее, пропишите в Google Play вот Mobi, вот как здесь пишется Mobi, на английском Mobi, и у вас тоже, я думаю, найдет это приложение. То есть вы сократите себе как минимум одно действие копипаста. Итак, прошу прощения, приболел, нос чешется ужасно. Это к бухлу стопудово. Надо чайчика выпить. Так вот, в первой строчке мы вводим это номер телефона. Да, я знаю китайский. Изучал его полтора
дня. Вот, поэтому здесь мы вводим телефон, номер. Телефон не ваш, опять же повторюсь, кто не видел мое прошлое видео по поводу промокода. Телефон не ваш, то есть вы введете цифры, вот. Первые цифры — это код страны. Не знаю, Китай, это Корея, абсолютно накакать. Вот, и дальше вы вводите цифры, 8 цифр, обязательно 8 цифр, любые, абсолютно придумайте любые 8 цифр, не знаю, там введите цифры вашей бывшей, еще кого-то там, от фонаря придуманные. Вот я ввожу, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот, вы видите, от фонаря набрал цифры, абсолютно любые, повторюсь. А здесь проверочный код, мы вводим 3, 2, 95, защита от ботов. Дальше что мы делаем, это вот подтверждаем, типа там рассылка, бла-бла-бла и все такое. То есть если у вас тем более там, как у меня, аккаунт не особо нужный, поэтому если захотите, потом удалите это. Вот, и подтверждаем регистрацию. Так. Может это занять несколько минут, опять же, не переживайте, либо пройдите регистрацию заново. Так, что здесь мы делаем? Вот здесь я просто нажал, вот видите, вот, да? Я не знаю, что здесь нажимать, поэтому я нажал вот так вот просто в сторону. Хотя, вот, видите, через телефон у меня не работает, через планшет сработал, ну, давайте нажмем вот сюда. О, вроде бы, это, наверное, это означало окей. Вот, видите, три закладки, переходим во вторую. И, как вы видите, раньше здесь было... Переходим во вторую закладку. Рановато я поспешил. А здесь мы должны скопировать уже другие символы. Итак, что мы делаем? Заходим, опять же, в это видео. Копируем символы. Вот. Вот эти вот, которые я сейчас обвожу мышкой. Вот, сейчас я скопирую. Вернем камеру на место. И заходим заново. Одну секунду, в это приложение. Приложение Моби. И вводим вот. Это их поиск. Вот так. Вставляем. Оп. По-моему, не скопировалось у меня. Ой. Простите, туплю жестко. Я же... Ладно. Что нужно сделать? Я скопирую так, и будет проще. Так. Вот. Я скопирую отсюда. Со своего бот-контакта. Ну... скопировать текст. Так, сворачиваем, переходим. Вы это, естественно, скопируете с видео, либо описание, либо, я не знаю, ВКонтакте. Кстати, кто смотрит это видео, и у него случайно вот здесь отображается всего лишь там три пункта порядка действий и тому подобное, не поленитесь и перейдите на YouTube. На YouTube перейдите, так как контакт, видимо, не поддерживает там какое-то количество символов и тому подобное, бла-бла-бла. Перейдите на YouTube, либо, ну, в крайнем случае, напишите мне ВКонтакте, и если я там не на работе, не занят, вижу это, то я вам скопирую эти символы. Прошу прощения, тоже ровно ни о чем. Едем дальше. Так, и нажимаем на поиск, на лупу. Да, на лупу. Ладно, едем дальше. Вот, как вы видите, я когда-то уже вводил во втором приложении, то есть это приложение старое, это приложение новое. Как мы видим, если вглядеться на картинке, нарисовано обновление, вот это 2.0.0, где ввели гидру, кунжута, кинджур, или как ее, кунжутом я его называю, нормальный чувак, трехголовый. Вот, и что нужно сделать здесь дальше? Запоминаем по порядку, здесь уже нажать на блокнот не прокатит. Что нужно сделать? Вот, нажимаете вот на подарочек. У вас вылезет сейчас, прошу прощения, вот, ссылка, вы видите. То есть все ваши, так скажем, вот эти вот, куда вы сможете послать, поделиться и тому подобное. Что сделал я? Вот, я ввожу email. Вы попробуйте так же, либо попробуйте через другое приложение, вернитесь, если у вас не прокатит. И не настроено. Прошу прощения, просто нужно перейти по этой ссылке, вот, вы видите. И для того, чтобы не угадывать, что там дальше написано, давайте пройду, не знаю, через смс-ку, через любое приложение вы можете зайти. Хотя, вот. Оп. Виталька, майка, розетка. Что нужно сделать? Вот, вам нужно просто перейти для чего? Для того, чтобы скопировать вот эту вот ссылку. Вот, вы видите, сейчас я ее выделю, попытаюсь выделить. Блин. Прошу прощения, я это сделаю с телефоном, быстрее будет, так как мышкой раздуплись немножко, дружище. Так, где оно у меня? Так,
прошу прощения. Не все быстро получается с телефона. Так. И нужно вот скопировать. Там, мать его, заново. В общем, вы поняли, что нужно сделать, но мне это не получается из-за того, что MobiZen включен и притормаживает. Ладно, скопируем даже пускай так. Пускай даже скопируем так. Вы можете и все скопировать, главное вот ссылку. Окей, не получим сообщение. Так. Ой, что я сделал? Не смотрите на это, 18+, все дела. Так, раздуплилось наше приложение. И что мы делаем дальше? Переходим по любой, в любой браузер ваш. Там, я не знаю, сейчас есть ли у меня на телефоне вообще браузер. Да, есть у меня браузер. И заходим по... Так, останавливаем. Вот, и мы вводим сюда. Так, это мы удаляем. Где тут кнопка вставить? Вот, и оставляем ссылку. То есть, если у вас получится сразу скопировать, ну, видите, я немножко кривожоп. Криворук, точнее. Вот, поэтому у меня это все сразу не получится. Ой-ой-ой, не то я ссылку оставил. Прошу прощения, но в итоге нам все это воздастся. Вставить. Так, это мы как раз и удаляем. И нужно вставить ссылку. Так, главное еще раз не удалить. Тут придется обрезать видео, дабы не позориться. Так. И. Так, где оно у нас? Вот, HTT. Вроде бы все. И переходим по этой ссылке. И автоматически у вас запустится игра. Да. Так как у меня не обновлена игра на телефоне, вот вы видите, это все долго происходит, и, скорее всего, она даже не запустится, но уверяю вас, вас там не взломают, ничего и так далее и тому подобное. Аракис дает добро, да, гарант от меня. Вот, то есть у вас перейдет в игру, и из-за того, что я уже получал, естественно, бонус, я вот сейчас добавлю скрин, в котором вы увидите, вы получаете один мистик и три пельмени разных стихий и тому подобное, вот. Точнее, и все. Мистик и три пельменя. Да, не лучший бонус. Прошлый бонус, мне кажется, был получше. Там все-таки кристаллы были и так далее. Так, сверну я игру. Вот. То есть вы понимаете, что нужно сделать. Поэтому, в принципе, вопросов я не думаю, что должно остаться. И повторюсь, под конец видео, если у вас не получилось, вы точности, в идеале, все красота сделали так, как я вот показал, и все объяснил так, как объясняли мне, у меня получилось все с первого раза. Если у вас не получается, у вас, не знаю, не высвечивается эта ссылка, нет этого приложения и тому подобное, ну простите, проблема не во мне, проблема не в вас, проблема в... либо... Два в одном. Либо, не знаю, страна, в которой вы живете, я там не подумайте, не какой-то там нацист, либо еще что-то. Нет. В плане того, что может время не совпадать, может проблема с телефоном там, или с того... Прошу прощения. Тоже руна ни о чем. Вот. Не совпадать какой-то временной поток, еще что-то, не знаю, там звезды не так совпали, еще тому подобное. Ну, не получилось. Я в этом не виноват, не нужно писать мне гневные сообщения, что Аракис ты дно, у всех получилось, у меня нет. Катись ты лесом, вертел на пне. Вот, поэтому, я думаю, вы поймете. У кого получилось, те ставим вон. Спасибо и лайк, у кого не получилось, ну... Простите, я надеюсь, следующий промокод, который либо мне скинут, либо я сам где-то найду, у вас прокатит, и вам дадут сразу Зайроса и Зероту. Обещаю. Стопудово. Итак, в принципе, это и все на сегодняшний день. Надеюсь, видео будет для вас полезным. Все-таки мистик никогда не бывает лишним. Всем спасибо. Всем побольше мистиков. Удачи вам. Побед. Везде, везде, везде. И пока. Ну, почти радуга получилась. Пока. I don't know, sir. I'll be out, I'm tryna go.